Быстренько-быстренько покажу вам, как делаются такие милые бабочки. Вообще ничего сложного. Берется глиттерный фоамиран и фетр. Мое любимое сочетание глиттерного фоамирана и фетра просто обожаю. Такие заготовки бабочки можно сделать на резинках, на заколках, как вы пожелаете. Шаблон на такие бабочки можете скачать на моем YouTube-канале Feltli. Ну а я с вами не прощаюсь, до новых встреч!